Добрый день, коллеги. Зовут меня Пивоваров Александр. Я являюсь полевым экспертом компании «Сингента». На сегодняшний день мы находимся на полях сои агрохолдинга «Карачанский». Данное предприятие в течение ряда лет, примерно где-то лет 8, применяло технологию протравливания семян сои нашим продуктом «Максим Голд». В прошлом году они впервые взяли попробовать на небольшую площадь наш продукт «Крузер Макс». Убедившись в эффективности данного продукта, в текущем году они полностью на весь объем протравки приобрели наш продукт. Ежегодно мы оказываем данному агрохолдингу нашу поддержку в виде фитоэкспертизы семян сои. Также при протравливании отслеживаем качество нанесения нашего продукта на семена. В текущем году, когда весна была очень прохладной, затяжной, что способствовало неравномерным всходам сои в других сельхозпредприятиях, в этом сельхозпредприятии, как вы видите, мы получили весьма дружные всходы, без всякой заторможки в росте. Поэтому хозяйство довольно тем, что именно выбрало наш продукт. В данный момент времени соя находится в стадии цветения, начала цветения. Всходы дружные. Здесь присутствовали такие вредители, как репейница. На сегодняшний день обработка против данного вредителя на этом поле проведена. Весна продолжительная, затяжная. Добрый день. Зовут меня Алексей Стешенко, компания «Агрохолдинг Карачанский», на полях которого мы сейчас находимся. В хозяйстве у нашем 10 тысяч гектар земли. Основная культура у нас пшеница, занимает почти 40% всей площади. Соя занимает 20%, 15% подсолнечник. Ну и есть еще небольшие там площадя, это травы многолетние, кукуруза на зерно и силос. Соей занимаемся уже лет 15, как только она пошла в нашу область. Значит, сорта у нас и канадской селекции, и белгородской, и краснодарской. В общем, используем все сорта, экспериментируем над всеми. Значит, у нас два способа высева. Широкорядный способ, где мы сейчас находимся, здесь 500-550 тысяч на гектар. И сплошной сев, это где-то 650-700 тысяч. Значит, у нас большое количество вносится навоза куриного. Мы работаем непосредственно с птицефабрикой. Мы им карманином органические удобрения. Ну и также сложные удобрения вносим. Ну и селитра. Селитра тоже аммиачные. Прошлые годы мы обрабатывали Максимом. В прошлом году попробовали Крузер Макс на небольшой площади. В этом году перешли полностью на 100% Крузер Макс. Весна была холодная, затяжная. Всходы получились дружные. Одновременно взошли, несмотря на то, что были низкие температуры. Мне понравилась работа Крузер Макса.